Рівні права та можливості стали основною вимогою учасниць жіночого маршу, що зібрав найактивніших одеситок. Жінки напередодні 8 березня вирішили привернути увагу до гендерних проблем в Україні. Вони кажуть, що про них не говорять відверто, тому увага до цих аспектів – основна мета заходу. Много несправедливостей есть, о которых мы даже, может быть, не знаем. Может быть, много есть насилия, может быть, много есть несправедливостей в разных там селах и городах. Это мы лично подойдем к вопросу. Но в целом, я бы сказала так, нам нужно смотреть на то, чтобы в стране создавать платформу для равных возможностей. В областном совете у нас всего 6 женщин из 84 депутатов. В Верховной Раде, по-моему, 12,1% женщин. Если мы говорим, например, о зарплате. Разрыв в зарплате тоже достаточно большой между зарплатой мужчин и женщин. Если мы говорим о вопросах насилия в семье, более 86% пострадавших от насилия в семье – это женщины, и всего где-то 10% – это мужчины. Серед представниць слабкої статі були їх менші соратниці, які попри юний вік кажуть, що вже стикалися з чоловічим упередженням. Мне мальчик сказал, ты так не сможешь сделать, и тебе такое нельзя. А вот я ему после того, как он ушел, я назло пошла и сделала это и засняла на камеру. На следующий день, когда я ему показала, он просто отвернулся и ушел. А что это было? Это было сальто. Від пам'ятника Дюку жінки організованою колоною пройшли по Приморському бульвару Юбік оперного театру. Завершили свій марш активні борчині за жіночі права вже у міському саду.